прекрасный день, поэтому сегодня можно позаниматься сап-снорклингом, моей любимой затеей. Мы сейчас возьмем сап, пойдем туда. С собой у меня очочки плавательные. Будем смотреть рыбок. Оставайтесь с нами. Так, доехали двое. Теперь просто цепляем к нему лещ с доски. Опа. Запарковались. Новый венец. Такую штуку лучше не трогать. Морской котик, знаешь, у тебя это задание какое-то. Вот и закончилась наша экскурсия. Садимся назад на сапы и гребем к берегу. Такая вот жизнь, ребята. Пока! Димон, а ты что здесь делаешь, а? Слушай, а я вот снорклингом занимаюсь, а ты? Слушай, а я тут одну фигню придумал. Ну-ка. Берешь дрон, так, топишь его, так. Ну так как сибоба у меня нет, ага. А плавать уже надоело. Вот подумал, к доске его, если привинтить, ага. Вот. А потом он будет ездить. Прям, знаешь, нажимаешь кнопочку, на волну заехал. Вот так вот. Ну-ка. Давай, взлетай, взлетай, Боб. Ой, держите меня четверо. Аккуратней, Боб, ты что творишь?